В педагогическом колледже имени Умара Хабекова Черкесска состоялся региональный чемпионат «Волжскиз-21» преподавание в младших классах. Основная тема борьбы за лучшего педагога. Свои знания в этой области продемонстрировали студенты 4-х курсов педколледжа. Альбина Ламкова продолжит. Вы что-нибудь чувствуете? Да, запах. Какой запах пошел? Неприятный, да, запах почувствовал? Как вы думаете, что это такое? Нет, это не химическая лаборатория, а всего лишь урок природоведения в начальном классе. Студенты его подготовили к чемпионату «Волжскиз». Лучшая подача знаний конкурсантами в обучении детей – главная цель участников состязаний. Педагогическое мастерство студентов накапливается из года в год. За время обучения к выпускному багаж будущих педагогов необходимо заполнить профессиональными знаниями, умениями и навыками. И этот конкурс служит одной из площадок их демонстрации. Участие в чемпионате WorldSkills мотивирует меня на то, чтобы понять, на что я способна, понять свои возможности, свои невозможности. Это возможность самореализации, саморазвития и также повышения профессиональной компетентности. Концепция организации чемпионата WorldSkills отработана четко. Конкурс педколледжа проводится не первый год, и каждый успешный студент стремится продемонстрировать свои знания в педагогическом мастерстве. Для того, чтобы определить лучшего, участникам чемпионата дали 3 дня. Им за этот период необходимо было представить фрагмент урока, разработать и показать поэтапно учебные задания с использованием интерактивного оборудования, сохраняя доступность усвоения материала. Главный эксперт чемпионата Елена Герцева прибыла из Адыгеи. Она оценивала качество и профессионализм участников. Студенты готовятся в течение 3 или 2 часов для подготовки и демонстрации своих занятий, уроков, демонстрации разноуровневых заданий, для подготовки обучающего интерактива для родителей. Их подготовка говорит о том, что даже профессионалам трудно справиться с теми заданиями, которые выполняют они. Участник чемпионата, занявший 1-е место в нем, продолжит борьбу за звание лучшего молодого профессионала в национальном чемпионате WorldSkills Russia 2021 по компетенции преподавания в младших классах. Им может стать каждый, заключила специалист конкурса, так как уровень подготовки студентов высокий. Альбина Ламкова, Анжела Джибекова, Али Бастанов. Вести, Карачаево, Черкесия.